Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас с вами распаковочка одной посылочки. Не стала я ждать, когда мне там дойдут еще, потому что как-то очень долго. Посылочка с AliExpress. Вот такая вот, я уже надорвала пакет. Я уже знаю, что там. Сейчас покажу вам. Вот так это все упаковано в пупырку. Это акрилатик, гель, ну вот фирма, смотрите сами. Вот это вся информация, которая указана на баночке. Баночка железная, ну вот такая она. Я так, ну, тут на китайском языке pink указано, что розовый. Я так понимаю, что она с двойным дном, ну, потому что она очень легкая. И вот такие вот верхние формы для наращивания. Ну, давайте разберемся сначала вот с этим вот акрилгелем. Значит, так, вот эта вот мембрана защитная, фольга, она не приклеена, она просто, вот смотрите, вот я стала там потянула, а здесь, оказывается, есть язычок. Но зачем этот язычок? Оно легко все так открывается. Оно вот, видите, оно не приклеено, оно просто липкое даже. Вот таким образом это все выглядит. Но немножко подтек на краях, вот здесь чуть-чуть, но баны, но не вытек, слава тебе, Господи. Ну вот видите, да, как это все выглядит, то есть пустоты, поэтому я вам объем показать не могу. Ну да, вот двойное дно, но это не настолько наполненная баночка, потому что видите, она как попала тут за воздушины, там вот эти нужно, наверное, чтобы отстоялся в таком вот положении. Ну да, так вот прям тянется по запаху. По запаху, да, это пахнет акрилом, по запаху пахнет акрилом. Ну вот такой вот консистенции, как вот уже мембрана это слезла. Давайте ее сразу как-то надо ее сделать. Но я закрою пока, потом я это все самостоятельно очищу эту крышечку. Ну вот такая вот баночка. Баночка на вид симпатичная, чистенькая, не протекло, но информации нету никакой. Так, и следующее это у нас верхняя форма для наращивания. Так, это дело я все уберу, чтобы не залепить ничего. Вот такие вот 10 ячеек с разными номерами, вот так упакован, не ячейки с номерами, а сами формы, как я вижу, с номерами. То есть они все пронумерованы, 0 от 0 до, так, сейчас посмотрим, 4, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, это не 0, это 10. Ну вот 10 размеров. Ну что хочу сказать, даже глядя, вот берем самый большой размер, это, я так полагаю, будет единичка. Ну у меня довольно таки широкие ногти на больших пальцах, и ну вот этот немножко поуже, и они у меня, как видите, с высоким матриксом. Для большого ногтя это будет маленький размер. То есть, ну, я не знаю, как попробовать, получится, не получится. Как бы зазор есть. Ну, постараться можно будет что-нибудь придумать. Ну, а на остальные пальчики, я думаю, форму можно будет подобрать по размеру. Здесь их много, хватит надолго. Сами по себе, ну, вот, я не знаю, вот это вот десяточка, самый маленький. Для кого они? Для каких ребятишек? Это очень-очень маленькие. Даже взять мизинчик, у меня он не такой широкий, но он узкий на мизинец. Узкий. Формы мягкие. На маленько плохо видно, я больше возьму. Формы мягкие. Ну, как бы я бы сказала даже, что по качеству они хорошие. Здесь есть разметка. Так, как вам показать разметочку? Так вот, видно,
здесь сетка такая, с наружной стороны она. Внутри тип, сама форма гладкая. Ну вот беда, пришли поздно эти формы и этот гель, потому что мы с вами недавно сделали маникюр, придется немножко подождать для того, чтобы сделать нам с вами тестирование этого геля и этих форм. Ну вот такая вот посылочка мне пришла на сегодня. По поводу этой посылочки мы с вами закончим. И я хотела бы вам еще вот что сказать. Внизу под видео я оставлю вам ссылочку одного продавца китайского сайта AliExpress, который вы можете занести в черный список. С этим продавцом я сталкивалась второй раз. Первый раз я заказала аэропуфинг. Этот аэропуфинг мне не пришел. Хотя у меня стояло в отслеживании, что посылка доставлена, якобы я ее получила. С продавцом мы боролись 4 месяца. На 4 месяц, уже где-то ближе к концу 4 месяца, с горем пополам мне вернули деньги за этот аэропуфинг. И просто я не посмотрела даже этого продавца, и я заказываю себе еще один товар. Вот это было перед днем рождения AliExpress, перед 28 числом. Я заказываю товар, и мне опять приходит, что я получила уже, что все доставлено, что уже товар получен, что я получила, и опять я не получаю этот товар. Продавец мне усердно начинает писать, что может быть адрес не тот, давайте сверим адрес. Но как мне тот адрес, когда он у меня автоматически уже вбит в AliExpress, и везде у меня все приходит, от этого продавца у меня адрес, видите ли, неправильно. Ну, опять открыла я спор, и опять вот мы ждем до конца апреля, пока... Надеются они, может быть, я получу, но навряд ли, если там уже отчитались, что товар доставлен. Поэтому ссылочку на этого продавца вам скину. Не заказывайте у него, внесите его в черный список и не ведитесь на его дешевую цену и не заказывайте у него. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.